Всем рок, Петр Брок. С вами информационно-развлекательный телеканал Смолевич Интернешнл. И сегодня мы поговорим с вами о моей, можно сказать, любимой, самой, одной из самых любимых гитар, которой получил самый первый, как только начал заниматься музыкой. Это мой любимый Fender, мексиканский стратокастер, который я называю ласково Pupiter Special по цвету корпуса. Итак, что мы имеем? Мы имеем корпус из тополя, три звукоснимателя, хамбекер, сингл хамбекер, Floyd Rose Tremolo. Что еще? Кленовый гриф с накладкой из Rosewood. Лады, как ни странно, ну, я их на самом деле менял. Лады абсолютно не острые по краям, что немножко, конечно, доставляет. Гриф сам немножко такой, как бы, ростед. То есть немножко такой, я бы даже сказал, копченого такого цвета, который сейчас ставится на модшоп стратокастерах, хотя раньше делали их на обычных гитарах. Вот. Колки менял с винтажных на Fender Deluxe, потому что меня не устраивало вертикальная загрузка струны с винтажными колками. Ну и, соответственно, голова 70-х стилей 70-го года, как у Ричи Блэкмора. И, соответственно, этот стратокастер по дизайну своему... А, звучки. Звучки у меня стоят Seymour Duncan, модели 920D Custom Shop, вот, которые я поменял. Раньше были звучки просто хамбекер, а потом я добавил туда третий сингл, и... Все стало как у первого стратокастера, гитариста такой замечательной банды, как Iron Maiden, Дэйва Мюррея. Вот. Ну, вроде бы небольшой обзор получился. Надеюсь, критики не будут судить строго. А сейчас я разогрею свой усилитель и попробую позвучать на нем. Посмотрим, как он звучит. Ну вот, усилитель разогрелся. Его, кстати, нужно постоянно греть, потому что по 5-6 минут, потому что иначе он срывается на вой собаки Баскервилей. Так вот, забыл сказать, что моей гитаре, вот этой вот, целых 20 лет. Целых 20 лет я с ней мучаюсь. В этом году исполняется 20 лет. Вот. Ну а сейчас я попытаюсь вам на ней что-нибудь сбацать. Посмотрим, что получится. Thank you.
Это была Луна с песней «Весна». Соответственно, с вами был информационно-развлекательный телеканал «Смотрич Интернешнл». До скорых встреч. Правда, через какое-то время, потому что больше мне, в общем, рассказывать не о чем. И, соответственно, дальше будут только видосы с концертов, на которых я буду быть, когда пандемия эта поганая закончится. Всем рок, Петр Брок, see you soon. Bye.